Это ДТП случилось в начале первого часа. Volkswagen двигался по Интернациональной. В этот момент с парковки магазина выскочил Fiat. Водитель немца не справился с управлением. Я по тормозам нажал. У меня машина так дорога скользкая, на скользаке уже, и пошла сюда, занесло ее. Volkswagen врезался в припаркованные Toyota и Citroen. В момент столкновения в авто никого не было. Случившимся владельцы машин узнали постфактум, когда уже вышли из магазина. Больше остальных пострадал Passat. Перед немца теперь, как говорится, просто в смятку. Восстановление потребует больших вложений. Владелец Volkswagen недавно получил права. Возможно, это и сыграло отрицательную роль. В результате трем автомобилям были причинены механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы ГАИ предупреждают. Осень – благоприятная пора для аварий. А дорога – зона повышенной опасности. Только за прошедшие выходные в стране произошло 24 ДТП. В них погибли 7 человек. 24 – травмированы. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.